красивая девочка. Девочка вообще. Да, девочка, скорее всего, девочка. Что у нас много девочек? Эй, эй! Красавица, куда пошла? А, вот она ты, да. Вот здесь самое оно. Ой, девочка моя, ты еще в приюте. Не уходи, не уходи. Вот, да. Белые каски. Поставлю себе программу для определения породы. Будет мне рассказывать, кто здесь кто. А вообще, друзья, в приюте самое лучшее, самое преданное. Да, ты со мной согласна? Умница, умница моя, согласна со мной. Хорошая девочка, хорошая. Так вот, на чем я остановилась? Самая лучшая, самая преданная, самая красивая порода вдруг. Тоже на самовыгуле гуляют себе, у них тут пруд, так спокойно, спокойно, меня не трогать, не надо, не надо. А это уточки. Ах, какое у вас тут свое озеро красивое. Пойдем смотреть, где тут выгул у малышей и инвалидиков. Прошлогоднюю сетку чуть-чуть натянули, мы смогли. Ну, замечательно перекантоваться. Но надо, надо обязательно сетка, на все не хватает. А вообще нужны, конечно, крыши. Без крыш, беда и зимой, и летом. Спят. А здесь какое-то грандиозное строительство.
персональная будка у барбоса одного. Видите, поселился, никого не пускает больше. Ну-ка, ну-ка, покажи. Тихо, не ругаемся. Только не ругаемся, дети. Тарзанчик. А вот ощущение, что он видит меня, вы знаете? Удивительно, но вот как они чувствуют прямо. Смотрите, вот пришел малыш. Пришел мой хороший. Да что же вы мешаете? Что вы на нее... Не брызгайте на меня вот этой грязью. Черт, я сегодня не оделась. Дай я тебя потрогаю, дай мой маленький. Ну не дают. Все, идите в баню. Запачкали меня только. Красота у меня. Валентина Анатольевна. Просто замечательно вы все сделали. Приятно очень смотреть, как они тут бесятся. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в закупке очередных лекарств для наших подопечных. Тут и мазь от глазок, и, в общем, большая куча антибиотиков, физрастворы, ригер, или как он там называется. Ну ладно, бог с ним. Все, короче, спасибо вам большое. Но у нас еще очень есть важная позиция. Необходима глистогонка. Срочно нужен будет сбор сделать на глистогонку. Пожалуйста, друзья, хотя бы нам 50 упаковок надо, это как минимум. И еще я хочу ответить на один комментарий, который очень часто встречается. Вы часто пишете: извините за маленькую помощь. Нет, дорогие мои, маленькая помощь не бывает. Не надо извиняться. Вот смотрите, ваши 100 рублей. Тетрациклиновая мазь, которая может сегодня вылечить одного кота. Или 3 килограмма корма, которым можно накормить сегодня собак в одном вольере. Вот, целый тазик. А когда нас тысячи или десятки тысяч, мы можем прокормить всех. А вот теперь полный улет.